И всем привет, с вами канал Максимадзе, и давно мы не играли уже в CS GO. Ну и Лёха, кстати, поздоровайся. Да, всем привет, вы на канале Чё Хочу. Нет, ой, на канале Максимадзе. С вами Лёха, а? На канале Максимадзе мы. Пришло время... Я ж сказал, Чё Хочу, то... Ой, Максимадзе. Чё хочу, то и максимация, хорошо. Пришло время вновь сыграть, тем более, что как раз-таки недавно вышли новые карты, несколько штук. И вот мы сейчас запускаем одну из них в режиме напарники. Мы сегодня, наверное, две посмотрим. Две из них. Ну да, две из двух. Разве из двух? Там, по-моему, я три, по-моему, видел новых. Две. Мы в режиме 5-5 на какой-то там непонятный ходили, еще две на напарниках. Нет, ну да, где это, какой-то, ну где там лазить можно было. Да, там еще такие, там еще машины такие полицейские стояли, кроссоверы. Надо, да, но там на центр похоже. Обосрались. Да. Но всех победили. О, мы против какого-то ниги играем. Так, мы спецназовцы. Разминочка у нас сейчас пока идет. И вот на этой карте вот мы играли, да проигрывали постоянно. Что-то нам на этой карте все время хорошие такие попадались. Райзер, блин. Ой, я Негу убил. А я убил Райзера. А, фук. Ну да. Ах, собака какая. P90 взял. Нифига себе, у него аватарка какая. Так, вот это оружие, это моя удача. Берем его. Режим терминатора оно не использует, но так, я одного из них смог убить, причем еще и в башку. Разминка закончилась. Полетели. Короче, судя по всему, это здание правительственного агентства. Наверное. Давай, Леха, не стой, игра началась. Так, вот хитрецы додумывали спрятаться вот здесь. Да, это не помогло. Убежал уже, вот зараза. О, вон он, давай. Что ж ты высоко так стреляешь? У меня я не высоко стрелял. У меня они выше немного его летели. Так, вот это оружие для режима терминатора как раз использует. В этот раз я пойду лучше по другой дороге, потому что меня уже походу знают, где я иду. Блин, тут тупик. А двери не открываются. Вот зараза какая. Да ладно, ты уже уложил их, что ли? Лёха машинист. Офигенен. Го. Ой, блин, я свалился с этой фигни. Чё, неужели сюда никто не по... Опять ты всех уложил? А, ну конечно же, с АВП ты сразу всех уложишь.
Это сейчас я так классно их убил, ты бы видел. Эх, жалко, не видел. Так, кто-то пишет. Не, ну в прошлый раз же я с пистолета их убил. Окей. О, поезд едет. Какой поезд? Где-то на улице. А, у тебя. А где они были? Эх, вот от него, вот неудачно ты. О, вот сейчас бы автомат пригодился. А вот АВП вблизи, это не очень-то хорошо. С автоматом я бы их точно сейчас бы двоих уложил. Не точно, но уложил бы. Я думаю, уложил. Ты же видел, он сразу не отреагировал на меня. Ну. Меня Нига убил. Нига? АВП в тебя целится. А где же он? Ты звук погромче сделай, блин. Так у меня, ну справа! Мне гром. А, ну так он прятался, я его вообще не видел. В смысле? А зачем ты отвернулся-то? Так я. Так он. Ты кто-то убежал? Я думал, а что он там просто... нет. Я думал, там никого нет. Я не видел его. Ты же в него стрелял. Я стрелял не в него. Кого? Там двое, там их двое было. Ну. Вот собаки, а. Понаставили уже тут гранат этих. На улице поезда ездят. Только звук покромче делай и услышь. А, здесь? Я уже думал, у тебя там за окном. Ах ты тварь, дух второй. Опять? Они одна хпшная почти. Че, оба что ли? А, я одного грохнул. Не и... топать так. Да блин, я же в него разве не попадал. Я же на него четко наводился. Эх, уходит силушка. Так, пойду в другое место. Что-то я никого пока не нашел. Ага, все понял. Наверху что ли? Ну тут я стою, не обязательно ко мне притык подходит. Не надо, он сейчас вот тут выйдет. Думаешь? А куда ему деваться некуда? А, вон он один. Хорошо. Ах ты. Так, я вижу одного. И второго тоже вижу. Ай, перезарядка. Надо было присесть, но... Не думаю, что это сильно бы помогло. Ну, куда ты, блин? Ой, блин. Ну, он не вылезал оттуда, я не думал, что он сюда пойдет. Специально, блин, ждал, когда я отойду отсюда. Не надо думать, надо соображать. Туда просто не надо было идти. Прям. Надо было стоять там и все. Ха-ха!
террористами. Не топай. Ой, док. С первого выстрела, блин. Убил. Тут собака. С двух сторон, блин. Один отвлекает, другой убивает. Это обычная схема. Да блин, ну задолбал он уже. Серьезно, он все два убийства. Второй-то где? Вот он. Слышу. Эх, как печально. Выигрывают, зараза, уже. А, блин, пора перестать поддаваться. Мы разве мы поддавались? Ну я, да. Поддавались ненарочно. Я нарочно поддавался. Да, брось ты. Нет, серьезно. Ты просто расслабился. Нет, серьезно, поддавался. Ну-ну. Ай, я... да блин, он надоел уже. Я думал... Прятался, а? Ну все. Тут мы нам уже не выиграть никак. Наград-то у них особо... Наградами-то они не блещут. Да мы бы смогли их победить, если я бы на счет бы смотрел. И если... Я... Ну и если бы я бы тоже бы не был бы таким лохом. Дик. Долбоящерным. Ну, второй, где же второй? Не знаю, но у тебя 50 секунд. Ах да, бомба же. Точно, бомба. Только вот обычно, когда я ее закладываю, меня все сразу же убивают. Да как? В смысле? Нифига себе, он вообще выстрел сделал? Что-то, по-моему, он с первого выстрела убивает меня все время. АВП ты почти не пользовался, я смотрю. Ну, точнее, пользовался, но один раз только он тебе супер-пупер помог. Так, теперь да Крет. Я вообще расслабился. Теперь Кретте.
Капец какой-то. Смотри, что я увидел в телеграме. Давай, показывай быстрее. Негр. Тьфу ты, зачем ты? То есть вот... Его облили чем-то. То есть он вот это делал, а ему прыснули специально вот на это. Ну, ну бомж какой-то. Ну да. Бомж, которому нечем заняться, называется. Ага, все, вспомнил я, что это за карта. На этой карте нам больше везло, чем на предыдущей. Террористы. Макси Мац, самый крутой канал. Макси Мадзе самый тупой канал. Бля. Рефлекс. Извини. А впрочем, и пофигу, ведь. Эй, а кто. А, это ты. Макси Мадзе самый тупой. Союзник, врагов-то нет пока. Ну, теперь появились. Макси Мадзе самый тупой канал. Пошел нафиг. А? Самый тупой, говоришь? Крутой. Тупой, ты сказал. Один раз. Круто. Да ладно, неважно. Так, эти у нас с медалями. О, вот собак, только не, только бы не, только не с медалями. Да блин, даже режим терминатора не помогает. Ладно, попробуем режим терминатора вот этим оружием. С медалями это плохо, они нас замочат. О, его пушка отлетела фиг знает куда. Я видел, как она отлетала, но вот куда же она отлетела, это фиг знает. На, зараза. Режим терминатора. What the fuck? Я забираю его АВП. Эх, не дал он мне забрать АВП его. Ладно, а у нас осталось только вот это. Больше пушек нету у нас. Так и... тут... Так и... тут же покупать деньги можно. Можно, но у меня закончились деньги. Придется воровать. Ай, перезарядка! Воровать плохо. Так а что делать, если я бомжом остался? Нужно как-то выживать. Стрельба очередями. Да на, ну что ты, е-мое. Дерьмецо какое пошло. А, вот и второй подключился. На, зараза. Ой, и пушка его досталась мне. Так, готов. 2 хп осталось у меня. Ай, зараза. Хорошо, хоть пушка отлетела. Я смогу забрать пушку. У меня есть шанс забрать пушку побыстрее. Если он не убьет меня сейчас. У меня что-то отлагивает немного. Да блин, вот собаки, а. А, ну все, разминка подходит к концу. Тельман сильный очень. Бумс. Слышь? Да, да, слышу. Давай, погнали. Я говорю, Линдельман сильный. Лебанен.
а не Линденман. Ну какая разница, пусть так будет. Один шоколадка, в другой Линденман. Да блин, умеет стрелять, ты прав, точно. У нас какие-то хреновые, у них USP. USP это получше, чем вот эта фигня. Так, ты что-то там скинул, я не могу сейчас посмотреть, но по-моему это кусок пиццы. А там лодки стоят, видимо. Можно уплыть отсюда. Ай, да собака, а! Где он уже вот это оружие взять успел? Нифига себе он. Подлетел как. Надеюсь, ты и второго сможешь уложить. О, давай, он не видит даже ничего. Шоколад, а могила. Мало того, что у него там крест в конце ника, так еще и ты его в могилу вогнал. Так, балбесы. Один балбес готов, второй бегает. Ну, а шоколадка играть начала? Нет, по-моему, шоколадку я убил. А, нет, шоколадка играть начала, да. Куда он пропал-то? Вот он, по-моему, здесь где-то бегает. Не убежишь, собака! Он там, под этой вот фигней, прямо тут внизу, вот куда ты сейчас идешь. А, нет, убежал. Вот собака, а. Чоклет, блин. Хренов. Взгляд в прошлое, блин. Вот это название. О, блин, как тебе, как тут ты не вовремя это сделал? Хотел бомбу заложить. Как не вовремя. Так, нет, это оружие пока рано брать. Потому что денег маловато пока. Давай, не засыпай, тоже пошли. Так, нет, в этом углу никто не сидит. Так, шоколадка все-таки игра. Вау, в уголку оба засели. Как вам? На, они там, где они спавнятся. Ой, блин. В уголку оба засели. Мне кажется, АВП тебе тут не поможет. О, я так и думал, что не поможет. Обосрался. И напугался. Может по 90 взять? Они хитроумно прячутся, блин. Так давай тоже прятаться. Вот в эти окна что-то не сильно помогают. Это не прятаться. Не топай вообще. Да не топаю я, блин. О, вот так спрятался, блин. Ах, а ты, у тебя еще и оружие слабенькое совсем. У тебя же денег полно. Чё ж ты оружие-то не купил? Нормальное. Ну вот теперь другое дело. Почему в прошлый раз не купил? Денег не было. Ну мог бы что-то другое взять. О, вот это больше подходит для. О, тоже с АВП встал. Вот собака. Давай. Эх, я ну стрельнул. Ты... Я стрельнул. У меня ты не стрельнул. Был звук, был звук. А у меня не было звука.
сожалению. Чего? Я съем, да. Я стрельнули. Да, ты стрельнули, вот это правильно. На, зараза. О, ты где ВП такой взял? У противника забрал. Отдай мне. И я возвращаю тебе его. Твой же АВП. Это не мой. А, мой, да. Возврат имущества. Хорошо, нет. Я, кстати, уложил их сейчас. Возврат имущества не подлежит. То есть, если я сейчас уложу, то полностью окупаюсь тем, что ты мне АВП вернул. На, зараза. Ой-ой-ой. Жалко, я его АВП не забрал, потому что меня отвлек второй этот стрелок, блин. Как думаешь, мы сможем победить? Если нет. Будем хит? Может быть. Будьте здоров. Кто куриц держит там внутри? А ну, выходите. Опа. Да что он не умирает-то? Я же в несколько раз попал в него. Капец, я в него много раз попал, он не умер вообще. Дебилизм натуральный. Какой-то дом там на острове. И даже два. Но ты не забывай, что сзади тебя тоже вылезти могут. Они хитрить-то умеют. Да у него 10 секунд. Может он на ФК что-то? А, ну может быть. Он самоубился, кидать. Что ли? А как же он самоубился-то? Он просто стоял на месте. А, он вышел из игры. Он вышел из игры. Технический перерыв. Ой, блин, только не это. Я не люблю технические перерывы. Вот вообще. Я тоже. Посмотри пиццу. Ах да, пиццу, да. Сейчас. Ты пиццу приготовил на утюге? Угу. Я эту картинку на видео покажу. Прикольно же. Приготовили пиццу на утюге. И фена. Надо видос такой на YouTube снять. О, кстати, хорошая идея. Как пожарить еду утюгом? Так, осталось 10 секунд.
Просидим. Ну ладно, вышел так вышел. За время технического перерыва он не вернулся, значит мы против него. Но у него есть награда. Он сильнее нас поодиночке. Значит, наверное, справедливо будет. Хотя мы сумели их укладывать, значит, может быть и не совсем справедливо. Во всяком случае, я пока не могу найти его. Со спавна он уже свалил. И, но я где-то слышу, что он стреляет. Ой. Твою мать. А, это ты? А, это ты? По рефлексу. Ай, промазал. Давай, давай, у него автомат очень мощный. Ах, как так-то? Твой автомат. Хреновенький автомат, да, не говори. О, откуда? Ах, вот собака. А ну иди сюда. Ах, зараза какая. Ну что ж ты будешь делать? Ты в него хоть раз попал? Да много раз я в него попал. Вроде бы. Ну, не косячь. Бомб has been planned. Отлично. Красавец. Бомбу, бомбу. Да ничего страшного. Один. Ну вот и все. ах ты злой и бездушный зверь. В день убивает около 200 тысяч куриц. А лучше бы ты ее вытащил из клетки, а не убивал. Че? Да как ты это... Как-то у тебя прямо с лету получилось. 6-6, блин. Ну все, теперь мы выиграем, потому что ты все время будешь его это замачивать. Я тоже себе куплю АВП. И буду тоже мочить. Ой-ой. И ой, еще и вторая. Эх, я тоже мог бы в него попасть, но что-то я долго целился. Ты его видел? Да, я за этим, за окном был. Как я, в смысле? А, почему я со второго раза-то только попал? Фух, ну что ж, дорогие друзья, вот мы посмотрели с вами на две новые карты. Надеюсь, вам понравились. Не слышишь? Чего? Ему кейс в подарок дали. О, вот скотина какая, а. Его нам должны были дать, а не ему. Ну ладно, короче, на будущих сериях мы вам еще карту одну покажем. Тут еще есть одна карта, которая очень похожа на развлекательный центр. Ну а на сегодня все. С вас лайкосы, подписосы, с нас эпичные видосы. А? Подписывайтесь на канал.
На группу ВКонтакте, на Телеграм, на Яндекс.Дзен. И всем пока. Пока.